Охота на гуляйтера, сваты 7 и возвращение Мухтара от немецкого солдата и до генерала Толбухина. Список картин и ролей Олега Крупейника можно продолжать очень долго. Мужчина попал в кино по счастливой случайности. Когда в Бобруйске снимали сериал «Следы апостолов», дочь Олега хотела попробовать себя в массовке. Бобруйчанин попытался решить вопрос с ассистентом режиссера, но такого поворота событий точно не ожидал. Папа, можно мне попасть сюда? Я пошел, поговорил, там Лариса такая вышла, мы с ней познакомились. Она говорит, пока дети нам не надо, а вы нам очень нужны. Приедьте завтра к товарищу к 7 утра, померьте костюм, будете немцем. Ну, я думаю, как раз на дачу надо было ехать, думаю, по дороге заеду, автобус 7:45. Ну, приехал товарищ, померил костюм, она говорит, давайте прямо сейчас на площадку, сегодня немцем, побудьте евреем. За годы в киноиндустрии мужчина познакомился со многими известными артистами и заработал себе авторитет. Сегодня Олег помощник ассистента режиссера на съемках картины «Следы апостолов 2». Киноленту будут снимать в Бобруйске, поэтому у желающих попробовать себя в актерском мастерстве есть реальный шанс. Стоит только заполнить заявку в группе фильма ВКонтакте и дождаться ответа. Кто знает, может именно вы сможете повторить путь нашего земляка. Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360.